Всем привет! Вы на канале Лилины Басята. Сегодня я хочу показать мою коллекцию басиков. Всего у меня 6 басиков и 2 лилии. Первый у меня появился Бася. Бася 25 сантиметров. Он у меня вот в таком вот пальто. Вторым моим малышом был Тёмик. А наш малыш Тёмик был из такой вот шапочки львёнка. Ну а дальше у нас появился басик 30 сантиметров. Он придавался вот такой вот красивой красной толстовке. Ну а как же без девочки? Поэтому мы решили купить вот такую вот красивую кошечку Лили. А как любая девочка, Лили любит платьице, поэтому она придавалась в таком красивом платьице. Ну а дальше у нас второй большой появился. Вот такой красивой желтой жилетки. Следующей у нас появилась маленькая принцесса Лили. Но мы ее назвали Моя. Она у нас была в такой вот пижамке. Ну а как вы уже знаете, последними у нас появились 2 маленьких малыша. Мусик и Масик. Вот такая вот у нас большая дружная семья. Всем пока-пока! Ставьте лайки и подписывайтесь, и вы увидите еще много интересных видео.